В Оренбургской области 30% школ нуждаются в капитальном ремонте. Такие данные «Эхо» сообщили в Министерстве образования региона в ответе на запрос об обрушении штукатурки на ребенка. Это произошло на минувшей неделе в одной из школ Матвеевского района. Девочка с сотрясением мозга была госпитализирована. Следственный комитет начал проверку. Министерство образования отмечает, за ремонт школы ответственность несет муниципальная власть. Однако после травмы ребенка школу осмотрела специальная комиссия. Вердикт по зданию пока еще не вынесен.